Здравствуйте. Мне пришла посылка от интернет-сайта «Мыло Опт», и сейчас мы будем делать распаковку. Значит, всегда в посылке сразу находится заказной лист, где написано количество, цена и что вложено в посылку. Первое, что у нас тут лежит, бумага тишью. Цена ее 3,40. Я взяла только одну, чтобы посмотреть качество. Ну, качество нормальное, но мне не понравилось, что тут... Сейчас я вам покажу. Вот. Она прорвана. Наверное, я заказывать больше не буду. Проще, наверное, купить у нас в магазине в городе. Цена там не очень, не намного больше, но зато я точно знаю, что она ровненькая и не порванная. Дальше. Так, тут я заказала, тоже хотела посмотреть, какая она, мне очень понравилась. Называется она корзинка из бука подарочная. Цена ее 21 гривна. Такая вот она маленькая. Хочу сделать маленький мыльный букетик. Будет, думаю, смотреться здорово из трех цветков с крышечкой. Дальше. Также я заказала корзинки из бука, классическая прямоугольная, цена ее чуть больше 4 гривен, она идет где-то на 2 мыльца, очень классная, я уже не первый раз заказываю. Мыльная основа белая, срок годности указан, производитель Англия, 1 килограмм. Также мыльная основа тоже Англия, но это прозрачная, 1 килограмм. И заказала я тут для мыла с нуля каустическую соду. 1 килограмм. Вот такая она сыпучая. Моя уже кончилась. Я заказала новую. Цена ее чуть больше 50 гривен. Там 53 гривны, кажется. И тут у нас перламутр сухой. Жемчужный, 10 грамм, производство Англия. Тоже у меня мой кончился, заказала новый. И к Новому году заказала эфирное масло корицы и эфирное масло сосны. По 10 грамм, это производство Германия, и это производство Германия. Тоже мне нравятся они, я уже не первый раз заказываю. Все, на этом посылочка кончилась у нас. Значит, ссылка под магазин будет под видео. Пожалуйста, заходите, выбирайте, заказывайте себе товары. Магазин очень классный.